Друзья, это наш первый подснежник, выпавший из подвала. Ребенок с вирусом, глазки больные очень сильно. Но дети его приласкали, и он играет. Вот такой маленький, красивый ребенок. Мы еще не знаем, кошечка или котик, еще не смотрели. Пока ребенка только подобрали, сейчас будем лечить. Потом определять его судьбу. Но дитё очень красивое, и я прошу уже сейчас вас, присмотритесь, пожалуйста. Может быть, кому-то нужен такая, вот такая веселая, лохматая душа. А глазки у нас очень, очень больные. Да, солнышко? Вот такие. Все. Глазенки такие больные. Глазюшки такие больные у ребенка. Глянь, какие глазки больные. Малыша накормили, закутали, сделали укольчики, дали таблеточку. Все, ребенок засыпает. Трясется, потому что холодно, у нас еще не нагрелось. Вот так. Ничего. Все будет хорошо. Спи, зайка, спи, моя красивая. Все, сделали ему такое гнездышко на солнышко, но он не хочет. Я думаю, он еще не освоился. Сейчас еще горшочек ему принесем. Все, он сейчас ляжет спать. Его никто здесь беспокоить не будет. Хотела в клетку посадить, но потом подумала, зачем? Пусть ребенок гуляет. Сейчас принесем водичку еще и горшочек. И ребенок будет жить у нас здесь. Отопитель уже включили. Все, ребенок. Очень ласковое дитё. Да, мое солнышко. Спи. Спи, мой маленький. Спи. Сейчас горшочек принесем, глазки еще промоем. Еще глазки не промыли. Ничего, все будет хорошо. Намучился бедный. Фрагмент прямо сейчас. Каждый выход на сцену — это всегда волнение. Тем более, когда выступаешь на роде.